Всем привет, с вами Давилыч. Сегодня на обзоре водяночка на 240 мм, но не простая, а с экраном. Это ID Cooling SL240XE. Но для тех, кто до сих пор не знает, сколько же стоит эта великолепная водяночка, ссылочку оставил внизу. И не забываем про скидочную группу в Telegram, где мы регулярно выкладываем различные выгодные предложения на компьютерные комплектующие. И не только. Подписывайся на телеграм-канал, поддерживайте YouTube-канал и выход новых роликов. Только что вы увидели распаковку данной водяночки. У меня здесь вентиляторы уже установлены. И, друзья, водяночка очень интересная. Конечно же, в первую очередь тем, что там, где у нас располагается помпа, у нас располагается LCD-экран, достаточно яркий. А это значит, можно так классно кастомизировать свою сборку. Любое изображение, любое GIF-изображение с анимацией или без, или даже видосик здесь запустить, и это все будет вас радовать. Что касается размера, 240 миллиметров, да, это у нас не 360, да, чуть попроще, но опять же производителем вроде как заявлено 300 ватт, сомневаюсь, но в пике возможно и кратковременно. Вентиляторы у нас RGB, полностью подсвечиваются из центра. Ну и есть точно такая же версия без окончания SL, там вентиляторы вроде как получше и водяночка там подороже, но там подсветка на вентиляторах есть, но она скромнее, а вентиляторы вроде как производительнее. Меня же заинтересовала эта водяночка, конечно же, ценой. Потому что вспомните, еще там год назад водянки с экраном стоили просто космических денег. Сегодня же ID Cooling вопрос этот закрывает. Вам не нужно продавать почку, чтобы купить водяночку с экраном. Здесь все дешевле 10 тысяч рублей. При этом использовать вы можете на абсолютно любом железе. Поддержка в плане сокетов Intel AMD просто огроменна. AMD это у нас AM4, AM5, а Intel там LGA 1055 и выше. Еще и даже 2011 есть поддержка. Так что поставить можно будет хоть куда. Но давайте поговорим про характеристики. Ну и самый простой способ узнать все характеристики устройства, это узнать от производителя, официальный сайт ID Cooling и, собственно, наша моделька Space LCD SL240XE. Это ваш мир, это у нас слоган данной водяночки, точнее даже серии водяночек. Настраивай и контролируй. Еще больше обновлений. Прочный и аккуратный. Глубокий и плотный радиатор. Гидродинамический подшипник вентиляторов, тихий и уникальный. И, соответственно, у нас представлены крепления для различных сокетов. Крепить можно абсолютно на все современные и не только. Ну и, конечно же, у нас вот в таком вот виде представлена здесь водяночка. Ну, здесь, конечно, трехвентиляторная, но у нас версия 240. Поднимемся вверх. Точнее, в спецификацию. И давайте посмотрим, что же нас ждет здесь. ПО для встроенного экранчика у нас поддерживается Windows 10, Windows 11. 2,1 дюйм. Разрешение 480 на 480. 24 бит, 16 миллионов цветов. Совместимость с максимальным количеством сокетов. Тепловой пакет 300 ватт. И радиатор алюминиевый, конечно же. Шланги у нас премиальные. 400 миллиметров. Водоблок, размеры, медное основание, скорость вращения помпы у нас 2500 оборотов в минуту, керамический подшипник на ней, 50 тысяч часов для помпы, типа бесшумная 25 дБ, ну тихая как минимум, ну и вентиляторы 2 штуки, 120 на 25, скорость вращения у нас от 500 до 1800 оборотов в минуту, давление и прочее, идем вниз, и да, гидродинамический подшипник, питание у нас 4 пин ПВМ, ну и конечно же 5 вольт 3 пина RGB коннектор, как на помпе, так и на вентиляторах. Итак, все подробности про нашу водяночку узнали. Давайте все это дело соберем и подключим. Control. Darkest night, I'll bring the light. Return the peace.
Ну что, сборка достаточно простая, инструкция подробная, все подписано, поэтому бэкплейт фиксируем, термопаста, устанавливаем нашу помпу и, в принципе, устанавливаем водоблок с вентиляторами, куда больше нравится. Что касается помпы, кстати, достаточно тихо. А вот что касается вентиляторов, еще проверим. Первое, на что хотелось бы обратить внимание, конечно же, внешний вид. Потому что у нас есть подсветка на вентиляторах. И она, я бы не сказал, что супер яркая, но она подчеркнет вашу сборочку, если вы где-то делаете какие-то определенные цвета. Что касается установки помпы на материнскую плату, то здесь есть вопрос, потому что прижим у нас только в двух точках, но если посмотрим на отпечаток, вопросов нет. Теперь, что касается температур. У меня, друзья, есть сводная таблица на Google таблицах, ссылочка под этим видео, где я буду добавлять все результаты тестов различного водяного охлаждения, поэтому, кому интересно, переходим туда. Ну а тесты проводились при 150 ваттах на процессор и 200. Первый тест — это у нас 10-минутный синий Bench. Второй тест — это 30 минут прайма при параметрах Small. Ну и если мы посмотрим на температуры, абсолютно никаких вопросов нет. Да, стоит отметить, что в простое вроде как 40 градусов у нас стоит проск, хотя обычно бывает 36-37, но это связано с тем, что помпа сама по себе, она же движется и она нагревается. И я думаю, за счет этого тепло передается и к основанию. Но под нагрузкой у нас все тесты пройдены, 200 ватт запасом данная водяночка держит. Теперь давайте поговорим про шум. Водянку практически не слышно, не обращаем на это никакого внимания, пусть это будет фон. А вот вентиляторы шумят, и их мы можем под разной нагрузкой, соответственно, послушать. Кстати, все скорости, заявленные производителем на вентиляторах, практически подтвердились. Единственная материнская плата обозначила от 400 оборотов в минуту до 1800. Ну и до примерно 1200-1300 оборотов в минуту у нас можно считать систему не шумной абсолютно. А вот на максималочках, да, вентиляторы хорошенько так шумят. Но мы же с вами понимаем, что на максимальных оборотах очень редкое явление, когда ваша система охлаждения будет работать. И, конечно же, давайте поговорим про экран, потому что это одна из главных причин, почему стоит эту водяночку купить, поставить себе и кайфовать. У нас в наличии есть несколько различных предустановленных режимов и с температурой, с мегагерцами, с производительностью, да чего там только нет. Но это же у нас кастомизируемый экран, и мы можем делать все, что угодно. Но, конечно же, я не мог не поставить на заставочку заставку из ролика с YouTube, и это смотрится супер, вау, круто. Да, я сейчас, конечно, добавил звука биения сердца, но все-таки, какой же это кайф. Ради такого экрана стоит все это дело покупать. Экран можно поворачивать шагом 90 градусов, и яркость тоже можно менять. Так что здесь, друзья, ну просто офигеть, какой кайф. Так что, подводя итоги, отличная производительная водянка с экраном, с регулировкой и с подсветкой на вентиляторах. Все это можно регулировать фирменным ПО вашей материнской платы, потому что подключается через 5-вольтовый разъем RGB. Так что сложностей с подключением, с использованием попросту у вас не возникнет. Ну а экран, друзья, божественный, круглый экран, где вы можете реализовать любую идею, это заслуживает похвалы. И это самая главная причина купить эту водяночку. Нужна большая производительность — берете 360. Если у вас ограниченные условия, небольшой корпус, берете 240-ку и кайфуете. У меня же на этом все. Увидимся на новых обзорах. Пока-пока. Ну и, конечно же, друзья, эта водяночка оказалась у меня не просто так. Она пойдет в сборку, в стилизованную под один интересный бренд. И, возможно, вы уже догадались, про какой. Кстати, напишите в комментах, очень будет интересно почитать.